был исполнен вальс композитора Виктора Самс ансамблем в составе инструментов «Экводин» одноголосного типа, «Экводин» двухголосного типа и «Рояль». Прослушайте фрагменты звучания электромузыкального инструмента «Экводин» в различных тембрах и регистрах. Смычковая группа. Звучание в тембре виолончели. В качестве примера исполнения в двойных нотах в скрипичном тембре прослушайте фрагмент славянского танца дворжика. Исполняется на эквадине двухголосного типа. Звучание эквадина в тембрах деревянных духовых инструментов. Кларнет. Гобой. Фагот. Тембры крайних регистров. Флейты пикколо. Дуэт. Контрафагот.
звучание эквадина в тембрах медной группы. Труба. Труба с сурдиной. Сигнал. Звучание в тембре валторны. Несколько маленьких примеров звучания ударно-затухающего характера. Звучание эквадина в стиле щипковых инструментов. Гавайская гитара. Еще три примера звучания эквадина в тембрах народных инструментов. Дудук. Зурна. Балалайка. Вокальный тембр. Thank you.
Примеры сложных тембров, получаемых на двухголосном эквадине при соединении голосов. Двухоктавное соединение. Звоны. Теперь будет исполнено несколько произведений в составе квартета одноголосных инструментов Экводин. Русская народная песня «Кукует кукушечка». Из сюиты композитора Михаила Кодомцева для квартета Экводинов. Прелюдия. Thank you.
Таккато. Восточная мелодия, фрагмент. Такен, кукушка. Thank you.
Лядов, табакерка, фрагмент. Глазунов. Испанская серенада. Фрагмент. Римский Корсаков. Полет шмеля. Лев Книппер. Полюшка, поле.